อนนี้เนี่ยมาลุเสียไม่ใช่เลยรีมาสชุบล่ะยอดยาดีเลยชุบได้แล้วก็ก็ก็ก็ด้วยเนี่ยก็ชุบรู้ยาเลยแล้วก็ผู้ดูเพียงเนี่ยตะชาดูฤทธิ์ด้วยแล้วชุบรู้ยาเลยเออไม่ไม่รู้ยอดยาดีฤทธิ์ดูเปียวฤทธิ์สมมุติว่าตัวเมนคลีฤทธิ์มาสคลีฤทธิ์ได้ส่งไปรู้ยาเลยมา Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек. Кроме того, считаю необходимым реализовать еще одну меру. А именно, на 3 месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер, 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. Повторю, такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России. Subscribe